30 советов от 30-летнего подросткам. Совет номер 4. Компьютерные игры и аниме – это такой же вид досуга, как встречи с друзьями. Если ваши родители или родственники говорят вам о том, что «вот, лучше бы сходил во двор, погулял, лучше бы то, лучше бы все», то всегда держите в голове, что даже если вы сидите у компьютера, даже если вы смотрите какое-то аниме, это не худший вариант досуга, это просто один из его видов. Я и сам очень люблю компьютерные игры, и двоих из лучших друзей нашел именно в них. До встречи завтра!